4 января проводилась традиционная новогодняя лыжная гонка. В зависимости от погодных условий гонка проводилась на Урале, на стадионе Олимпийский и на горе Извоз. В соревнованиях участвовали и спортсмены, и любители. На этот раз стартовали 24 лыжника из Верхнеуральска, Магнитогорска, Учелов, Белорецка, Фершампенуаза и Пласта. Победители и призеры награждены грамотами и тортами, а также по традиции они отведали гречневую кашу и чай с булочками.